Всем привет, друзья! Ну что, пришла пора подвести итоги конкурса, который мы с вами запускали неделю назад. Я уже вставила ссылочку в программу для выбора рандомного комментария, и сейчас мы с вами узнаем победителя. Напоминаю, что необходимо было подписаться на канал и сделать репост в любую социальную сеть, оставив при этом ссылку на сделанный репост. Так, победитель Мариетта, и сейчас мы с вами проверим, все ли было сделано правильно. Так, нам необходимо будет проверить репост ВКонтакте, я так понимаю. Да, репост сделан. Давайте зайдем на страничку. И теперь давайте проверим подписку на YouTube. Надеюсь, что подписки будут открыты. Да, все, подписка оформлена. Мариетта, поздравляю вас с победы в моем конкурсе. Ну а те, кто не выиграл, не расстраивайтесь. Буквально через 2-3 дня стартует новый конкурс, и в нем мы будем разыгрывать набор канцелярии. Поэтому оставайтесь на связи. Конкурсов будет в ближайшее время много.